есть много партий разных. Одна и в большинстве партия олигархов. А это все долларовые миллионеры, ибо по-другому в эту партию не вступить. А с примочками типа либерал, справедливо и молодых. Это по сути то же самое. И партия для людей, а этих 90%. Прикольная страна, когда 10% рулит территорией. В принципе, должно-то быть по-обратному. Но не ту страну назвали Гондурасом, не ту. Но партия для людей помнит бесплатную и отличную медицину, заслуженное жилье, качественное образование и ту армию, которая давала просраться фашистам и прочим дебилам. Страна такая была. СССР и партия коммунистов. Сегодня это КПРФ, но думает она о населении. Мы посмотрели по нарушениям, по законодательствам идет грубое нарушение, нарушение там, строительных норм. Вот. Тем не менее, на этих людей никто не обращает внимания. Плюс обращение пришло на этой же неделе, обращение с Агаповского района, Субутака. И еще откуда-то уже что-то голова вылетела, я потому что не разбирался. Везде одни и те же проблемы. Вот просто одни и те же проблемы, да. И мы когда вносили вот это предложение, ну, внести в повестку на вот этот вот год, там, 2022 еще был год, и сейчас уже 2023, это все продолжается, понимаешь? То есть каким образом за нас будут вообще наши избиратели свои голоса отдавать, когда мы даже элементарно ничего не можем? А что мы в этом году сделали? Для школьников. Вот я говорю реальные дела, которые вот мы занимались, которые сделали. Это ты занимался? Да. Ну я в рамках занимался... Где об этом написано, что ты в рамках? Потом в Магнитогорском металле, посмотрите. Мы вот ходили, вот открывали воинам-ветеранам погибшим в Афганистане. Я не видел, чтобы там КПРФ вообще участвовал. Ну как он участвовал? Вот вопрос, вот ответ. И когда мне говорят об информации, то по сути YouTube это не бесплатный и не обремененный сервис. Он под Гуглом, есть политика. Он сам политичный и в некотором смысле независимый, но со своей сутью. У нас нет в смысле независимых от лица государства источников. Начнешь бодаться и нет эфира. Уберут у тебя лицензию, и кто-нибудь из разряда тех самых 10, ну, навороченных, у которых долларовых миллионов, как у дурака Махорки, ему это скажут, и он уже ее купит. И тогда все, вы уже обломались. Пламя из искры печатной уже не разгорится, нужно телевидение. А это настоящее чудо. А пока чудес в смысле спутников бесплатных нет на территории, охватывающей 10 часов времени, удовольствия не получается. И поэтому никто ничего не знает и не видит. Вот и все.